Да, робот у нас очень классный, и мне он очень понравился. И сзади спина тоже классная. Тут вот его флаг. Ну что ж, про роботов это все. Переходим к маленьким деталькам в наборе. И первая такая вот деталька это место, где ставится Airblade Zane. Вот такая вот деталь. И вот эта вот деталька со спринтом сделана, без наклеек. Ну, тут об этой детальке ничего не могу сказать такого. И вот эта вот деталька, ну, где ставим самурая, и она стреляет. Мне нравится то, что раньше делали так, что вот пушка, которая выстреливает, она может потеряться, потому что мощный выстрел. А сейчас они сделали такую веревку, чтобы не потерялась, и мне кажется, это еще плюс к набору. Ну вот выстреливает как. Это тоже одна из основных функций набора. Ну что ж, на этом все. Вот такой весь крутой набор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, ждите новых видео. Пока!